We're happy to present our new HV series together with HomeSound, our distributor in Russia. Рады представить вашему вниманию новую линейку T Plus A вместе с компанией HomeSound. The HV series contains the PA3000 HV. Новая линейка состоит из двух аппаратов. Значит, первый аппарат это HV, это усилитель интегральный. Называется он PA3000 HV. This is a very unique amplifier because the preamplifier section is driven at about 80 volts. Это необыкновенный или уникальный, можно сказать, аппарат. Мы знаем, что достаточно много усилителей в классе AB развивают большую мощность и так далее. Но вот этот аппарат интересен тем, что у него предварительная секция работает при повышенном напряжении, то есть это 80 вольт. Что является расшифровывается линейка HV, высокое напряжение, high voltage. And the main amplification stage is driven at about 380 watts. This is much more than a regular class A trim power amplifier, and this is the reason why it's called HV, high voltage. А выходные каскады работают при напряжении 380 вольт, что гораздо больше, чем обычное, чем напряжение, при которых работают обычные усилители такого класса. Это причина, почему, собственно, и называются аппараты HV, и линейка называется HV, high voltage, высокое напряжение. So due to this high voltage doctrine technology, we have a sound similar to tubes, but without any backdraws, or without backdraws from a tube amplifier. Эти аппараты по свойствам, или, скажем так, по идеологии напоминают усилители, работающие, ламповые усилители. Как известно, лампа работает при повышенном напряжении, соответственно, она может передавать более высокие пики, и за счет этого кажется, что звук более живой, натуральный. Вот, в этом случае усилители T Plus A работают также при повышенном напряжении, но являются транзисторными усилителями. И, соответственно, в них нет никаких отрицательных сторон использования ламповой техники. So it's designed and manufactured without any compromises. That means we have a double mono layout, we have massive aluminum cabinets and so both units are divided in many sections, so to balance. Each unit is separated from each other to avoid distortions. Isolated. So from yes, each other. Yes, each unit or each part is separated from each other. So we have one section for the power amplifier, we have one section for the input, and so we have in here we have six sections. For example, in here we have four sections. Помимо уникальной технологии HV, такие традиционные для high-end компаний применены технологии, как вот полное изолирование, то есть это настоящий high-end аппарат, который произведен без каких-либо компромиссов. Если можно заглянуть, то видно, что каждая секция усилителя изолирована друг от друга и экранирована. То есть вот, например, в усилителе 8 блоков, предварительная секция, разделение каналов, троидальные трансформаторы, все стоит отдельно, изолировано друг от друга, чтобы не было никаких магнитных наводок, никаких микрофонных эффектов. То есть это добротный классический хай-энд подход к производству.
And the second unit out of the HV series is the MP3000, the multi-source player. So then this unit contains an CD transport. This is an for the best for the best sound. We only use a single speed CD transport, which allows us to reproduce the CD sound as good as possible. And we have also an FM tuner integrated. We have a streaming board integrated, and we have also integrated a D2A converter, and also a USB DAC up to 190 kHz in asynchronous modus. Ну, теперь поговорим немного об источнике T+A. Это ответ, наверное, T+A, ответ на запрос индустрии. То есть сейчас достаточно много источников, с которых можно воспроизвести качественный сигнал. Вот этот аппарат может ответить вообще на все запросы. То есть подключение возможно CD, USB, сеть, причем USB можно как использовать внешний накопитель, так можно подключить компьютер в качестве источника в асинхронном режиме 24192. Ну, то есть любой возможный запрос с любого источника цифрового этот аппарат может обработать. Усилены классический уже для T+A усиленный лоток, механизм, вот можно посмотреть. Загрузочный механизм, да? FM, стример, LAN, USB. В общем, любой источник, как хотите, так и подключайте. Все с применением технологии High Voltage. So the MP is also designed in the high voltage principle. That means that the output stage is driven on a higher voltage to match perfectly to this PA3000. Ну, да, как я уже сказал, этот аппарат также работает по принципу HV, high voltage, то есть предварительный каскад передачи сигнала происходит при повышенном напряжении. Вот. Вот такая вот штука. Что еще можно сказать? Мне самому очень хочется, честно говоря, рассказывать про него, потому что это действительно универсальный аппарат, универсальный источник. И когда человек вот там вне находится в постоянных поисках, что лучше играет, как подобрать, что в качестве источника, что в качестве транспорта, что в качестве усилителя. Но T+A сейчас создали два аппарата, которые решают как бы, ну, практически 100% всех вопросов именно для high-end индустрии. Окей. Okay.